На Всероссийском образовательном форуме отметили учителя из Алтайского края. В Москве в рамках Большой учительской недели завершился третий форум классных руководителей. В нем приняли участие 3000 специалистов из 89 регионов страны, в том числе учитель из алтайского поселка Зато-Сибирский. Ей вручили благодарность от президента страны. На форум учитель русского языка и литературы Алтайского кадетского корпуса Ирина Бжицких попала не случайно. Она участвует в нем третий раз. В этом году успешно прошла тестирование по педагогическим компетенциям, воспитательным навыкам, тренажер-симулятор, подготовила видеовизитку, а также стала одним из 23 амбассадоров форума. Я загорелась этим сообществом, этим содружеством, и с тех пор, по настоящее время, форум классных руководителей является моим образом жизни. 24/7. Мы общаемся с коллегами со всей нашей необъятной Родины. Мы реализовываем различные интересные проекты с классами. Прекрасные реализованы проекты за это время. Книга памяти, книга России, посткроссинг и масса других проектов. Участникам представили насыщенную образовательную и культурную программы, затронули актуальные вопросы педагогики, воспитания и классного руководства. По завершению мероприятия – концерт в Кремлевском дворце. Всего от Алтайского края в форуме приняли участие 50 педагогов. Алтайский край на форуме классных руководителей. Для меня ФКР – это знание, образование, вдохновение, мечта, педагогическое братство, интересные встречи, невероятные эмоции, сообщество, встречи с интересными людьми, семья, лучшие друзья, творчество. Юлия Щепина, «День с толком».